Виктор Севидов многие годы финансирует тайные исследования жизни после смерти. Он заключил сделку с черными магами, которые обещали соединить его с трагически погибшими женой и дочерью. Хотите увидеть вашу жену и дочь? К деятельности Севидова проявляют интерес спецслужбы. А не подозрительно, что он шум не стал поднимать? Подозрительно. Чтобы избавиться от преследований зловещего демона, Севидов обращается к помощи экстрасенса Мефодия, который обладает феноменальными способностями. Мефодию удается войти в контакт с неведомым духом. Мы запрещаем тебе… Что? Запрещаем прикасаться к великому равнителю. Севидов отдает артефакт Мефодию на хранение. Череп может исполнить любое твое желание. Он исправит то, что ты считаешь ошибкой, несчастьем для тебя и твоих ближних, а потом все уравняет. Вернувшись домой, Мефодий узнает, что его жена обречена на инвалидность. Да нужна хромая жена. Если это будешь ты, то нужна. Нарушив данное Севидову обещание, Мефодий прибегает к помощи артефакта, который изменяет его судьбу. А я-то всегда был уверен, что дети просто сказочные чудища, заметил единорог. Таня! 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 Бегу с тобой от самого дома. Ты куда, Таня? Да, я Таня. А вы кто? Я? Кто я? Простите, я вас не помню. Я очень спешу. Здорово. Но я ж тебя просил, не приходи сюда без звонка. Прости, не подумал. Думают у нас только люди средних способностей. Гении себя этим не утруждают. Но ты хоть башмаки сними. Но паркет ведь затопчешь. А... Вот тапки. Макарон. А это миллион раз тебя просил, не называй меня Макарон. Ну, нам не по 15 лет, в конце концов. Хорошо, не буду. Слушай, я у тебя хотел спросить. Сколько? Что? Можешь не объяснять, все понятно. Ты бы хоть ограничил себя немножко. Как? За 2 дня взял 100 баксов, в субботу 200. Ну что, мне взять тебя на содержание, усыновить тебя? Не, Макарон, Дим, я не за деньгами пришел. Ай. Ты вроде не пил сегодня. И вчера тоже не пил. Это окрыляет. Ты больше ни о чем не хочешь меня спросить? А о чем я должен спросить? Я тебя 100 раз уж спрашивал, когда ты за ум возьмешься, и ты 1000 раз работу предлагал. Я устал это делать. Про Таню. Про Таню? Что я должен спросить про Таню? Это кто? Ты вообще не знаешь Таню? Нет, ну если ты мне напомнишь. О ней не надо напоминать. Так а что я о ней должен знать? Это твоя подруга или моя? Ты тоже любил ее. Иногда так сильно, что мне становилось не по себе. Я не ревновал. Я любил твою Таню? Ты познакомил меня с ней. Ты потом смотреть ни на кого больше не мог, кроме нее. А ты ее увел. Вот это похоже на правду. Это как в Гамлете. Однако этот бред не лишен логики. Нет, миф, это все-таки бред. Это все бред какой-то. Миф, дружочек, ты завязал с водкой и теперь начал принимать что-то покруче, да? Я просто вспоминаю. То, чего не было. Да. То, чего не было. Харрисона ты уже не слушаешь. Знаешь что, Миф, ради бога, уйди ты отсюда, но не морочь ты меня больше, но мне некогда, я никуда не успеваю. Это кого это ты там любил, Макар? Кисуленька, иди досыпай, не до тебя. А че ты, Миф, такой заторможенный, не здороваешься? Лапуля, ну ты ведь что должна идти? Ну брысь отсюда! Руки убери! Матрёна, да всего и дело. Миф? Мефодий? Да. Я рад, что ты жив. И здоров? Вполне. Как твоя девушка? Какая? Ну, Таня, по-моему. Или у тебя их много? Она тоже здорова. Ну, слава богу. Так ты не станешь меня проклинать? Нет. Алло. Потому что на всем белом свете только вы и я знаем, что она была. Таня. Это что-то значит? Да, это многое значит. Ты меня слышишь? Алло, Мефодий. Алло. Началом принято считать конец XIX века, когда Теодор Хаген, настоятель бенедиктианского монастыря из австрийского города Ламбаха, отправился на Ближний Восток в поисках тайных знаний. Привез оттуда много старинных манускриптов. А потом уже его последователь, монах Йорг Ланц фон Лебенфельс, основал общество нового храма. Ну а Гитлер-то когда появился? Он еще мальчиком пел в церковном хоре. В том же монастыре, между прочим. Вокруг нового храма возникли десятки разных течений, в том числе и общество писателя-историка Гвидо фон Листа. Это его книга о рунах. Его труды о древнегерманских традициях произвели сильнейшее впечатление на молодого Гитлера. В 1912 году все аналогичные общества объединились в так называемый Германенорден. А уже соратник фон Листа, барон Рудольф фон Зе, основал в 1918 году мюнхенский филиал Германенорден, общество Туле. К нашей Туле не имеет отношения? Вряд ли. Туле – столица легендарной прародины человечества Арктегеи. Фон Лист считал, что она находилась в Арктике. Там же холодно. Ну, с холодом у них были... Особые отношения, это я помню. Они так и думали. Так вот, это самое Туле уже в 18 году создает сначала политический рабочий кружок, а позже немецкую рабочую партию, которая вскоре оформилась в национал-социалистическую партию Германии. А Анненербе когда появился? Анненербе, что в переводе означает «наследие предков», был основан в 1935 году. Его создатели – историк Герман Вирт, рассолог Рихард Вальтер Даре и сам рейхсфюрер Генрих Гиммлер. Туда вошли многие члены Туле и других обществ, а позже Гиммлер сделал Анненербе научно-исследовательским институтом в структуре СС. Но это, увы, самые общие сведения. Более конкретно я вам, к сожалению, помочь не смогу. А кто-нибудь сможет? Ну, настоящих специалистов по этой тематике почти нет. Может, я сам? Сами? Знаете, я прямо... Если что-то надо, носом рыть буду, но найду. Ну что ж, таким и должен быть истинный архивист. Значит, сами хотите? Обычно мы сюда никого не пускаем. Но, учитывая важность вашей миссии... Спасибо. У меня из головы не идет никак. Они же были талантливые ученые. Зачем они с Гитлером связались? Ну, есть разные типы ученых. Вспомните Франкенштейна. Создал монстра, а тот вышел из-под контроля. Мне кажется, так. Вот то, что вы искали. Вот это все? Ну, это еще не все. Когда в 1945-м наши войска взяли замок Альтен в Силезии, там и нашли архив Анненербе. 25 вагонов документации. В Анненербе было 50 научных отделов. Да, самые, конечно, вряд ли. Вы сказали, специалистов почти нет. Значит, кто-то… Ваша профессия подразумевает вашу редкую проницательность. К счастью, этот кто-то наш сотрудник Антош Тифонов, кандидат. Да где же он? И уже, кажется, докторскую по этой теме готовит. Антон Станиславович! Аюшки! Ага. Мы здесь, у раздела истории индогерманского немецкого права. Впишу к вам, впишу. Тогда оставляю вам Сергея Львовича. Да, простите, а вы случайно не родня этому знаменитому? Совпадение. Ну надо же. И отчество совпадает. Пожалуйста, помогите ему, Антон. Я помню, Константин Киевич, все будет нормально. Ну, вы в надежных руках. А я тогда поспешу. Спасибо. Извините, ради бога. Удачи. До свидания. Сергей Львович. Да. Я тут кое-что на место верну и к вам сразу. Я жду. А может, раз уж мы слышим друг друга, чтобы время не терять, вы мне тему обозначите? Анненербе. Опыты над людьми. А, у них было много опытов. Замораживание, лечение ожогов, малярии, лечение рака, низкое давление, стерилизации. Опыты в замке Вевельсбург. Ага. Это центр империи СС. Опыты не в замке, конечно, проводились, а в концлагере рядом. Над чем там работали? Это самый засекреченный раздел. У них засекреченный или у нас? У них. И у нас. Мы ведь тоже не дураки. Во всяком случае, не должны быть. Может быть, я к вам подойду? А вот мы уже и встретились. Знаете ли, у вас как в джунглях. Мы называем это лабиринтом, а нашего старика – минотавром. Страшно свирепеет, когда пьют чай в рабочее время, и любит нас отлавливать в этих закоулках. Так чем же там занимались в Вевельсбурге? Там работали медиумы из общества Вриль, если вам знакомо. Ну, это я слышал, да. Никто. Элитная, очень закрытая структура. Маги, экстрасенсы. Они искали контакты с высшими умами. С инопланетянами? Возможно. Так вот, медиумы утверждали, что установили этот контакт. И даже получили оттуда некоторые уникальные технологии. Летающие тарелки? Да. Низколеты Третьего рейха давно уже факт, а не легенда. Прошу вас, будьте любезны. Хотите чаю? Не откажусь. Антон Станиславович, Аюшки. Обедать идете? Спасибо, Верочка, я тут перекушу. Смотрите, минотавр вам сыплет. А мы невидимками прикинемся, он нас и не заметит. У вас получится. Далеко в столовую топать. Кстати, в том же Вевельсбурге проходили эксперименты по воздействию на сознание человека. Обладая этой методикой, с людьми можно было сделать все, что угодно. Даже стать для них невидимкой. И у вас есть эти документы? Кто знает, многие записи до сих пор еще не расшифрованы. Какие-то материалы попали к американцам. Говорят, они использовали методы Анненербе в своих скандально знаменитых проектах по промывке мозгов Ультраэбы и Блюберт. Ну, это еще 50-е годы. Скажите, вы знакомы с проектом Санчита? Что-то испанское? Ну, похоже на женское имя. Санчита, Кончита, Кармелита. Нет, не помню. А где вы про это слышали? Это должно быть там же, в Вевельсбурге. Осторожно, горячий. Спасибо. А вы не могли спутать название? Нет. Что-нибудь еще? Какие-то вводные? 44-й год. Опыты на душевнобольных и на детях. К сожалению, никаких данных не сохранилось. Как же вы так уверены, если столько информации не расшифровано, непонятно? Да-да, вы правы. Я не могу так категорично. Скажите, А мы раньше не встречались? Нет, вроде бы. Давно здесь работаете? Почти 8 лет. Что закончили? Историко-архивный. Нет. Мы с вами точно встречались. Вы путаете. Я вас не помню. Так же, как я не помню проект Санчита. Не бойтесь, мы совершенно одни. Нас никто не увидит и не услышит. Да. Лабиринт. А Минотавр здесь все-таки я. Не надо. Расслабьтесь. Давайте скажем друг другу правду. Откуда вы знаете об этом проекте? Я знаю. Ой, как болит голова. Кровяное давление. Я могу устроить в вашем черепе маленький взрыв. Не надо. Тогда скажите правду. Для какой служебной надобности я вам потребовался? Слушайте, я же ничего не соображаю. Неплохо. У вас получается? Не отвлекайтесь. Я подам вам пример сотрудничества. Это не испанское имя. Не Санчита, а Садчита. С санскрита это можно перевести как «бессмертие через сознание». Ни за что бы не догадался. Давайте догадываться вместе. Вы следили за Севидовым или за мной? Я за ним следил, не за вами. Только не делайте мне больно. Вот видите, с вами нельзя быть ласковым. Ах, Сергей Львович, какой же вы упрямый. Хотите благородную офицерскую смерть? Нет, сначала предохранитель. Затвор. Смелее. Ах ты, сволочь! Ах ты, гад! Мерлин Хренов! Да тебя пристрелить надо сразу! Мне ж тебя живым ни за что не взять! Не могу! Сволочь! Руки! Руки в стороны! Лучше не дергай меня! Спокойно, спокойно. Лучше не дергай, гад! Спокойно. Я же нечаянно могу! Нет! Нет. Нет. Иди ко мне. Не смотреть. Главное, не смотреть. Ну, давай же. Давай. Не смотришь на меня, да? Попробуй еще не слышать. Болтай сколько хочешь, одноногий. Бессмертие через сознание – великая вещь. А как у вас со здоровьем, Сергей Львович? Здоровее тебя. А по-моему, у вас плохо с ногами. По-моему, не отказывают вам, нет? Обе ноги. Нет. Дождитесь меня, Сергей Львович. Далеко не выходите. Не слушать, не смотреть. Не слушать, не смотреть. О, неплохая скорость. Теперь без вопросов к делу. На помощь! На помощь! Не смотреть! Нет! На помощь! Что с вами, Сергей Львович? Да. Охрану быстро! Охрану сюда! Да что с вами? Что случилось? Сам не знаю. Да что ж вы лежите? Встаньте же, Бога ради. У меня ноги. Что ноги? Что там? Ноги. Ну, замечательно. А я уж было испугался. Ваш сотрудник Тифонов, опасный преступник. Всю вашу охрану сюда. Антоша? Перекрыт все выходы из хранилища. Не позволяйте Тифонову не смотреть на вас. Не говорить с вами. Ты все понял? Да. Рацию вырубай, что стоишь? Второй пост говорит, перекрыть все выходы. Ну что, демон печали, с утра медитируешь? Помнишь это место? Нет. Как же ты меня нашел, если не помнишь? Ха. А кто ты стоишь, тот всегда находит. Я уж дом побывал у тебя. Куришь все-таки? Угу. С 7-го класса. А что, в той жизни не курил? Бросил. Да, и ты меня закодировал. Да не. Сам сказал, что бросишь, и бросил. Черт, я, наверное, в той жизни был ангелом с крылышками. Не, не сказал бы. Ты что меня ищешь-то? Ну как, ты же у нас, товарищ, депрессивный. Вот я и боялся все время, что либо у тебя крыша едет окончательно, либо утопишься. Да, но таких глюков я от тебя не ожидал. Что у тебя за работа-то? Родину продаю. Ее угольную часть. Кстати, шеф тебя уже целый год приглашает. Что делать? На переговорах читать мысли партнеров. $100 встречи, их у него по 5 в неделю. Я так с Таней познакомился. Ты меня уговаривал читать ее мысли. Да хватит уже с этой Таней. Нет, ей-богу, ты какой-то больной. Как будто фильм мне какой-то рассказываешь, который не видел и не хочу смотреть. Ну и как? Мы познакомились. Да ну что тебе стоит? Ну поцелуешь руку. И мысли ее… Ну ты же знаешь, я не делаю этого принципиально. Дружба для тебя не принцип? Ну, понимаешь, в таких делах же неизвестность самое… Слушай, меня уже сводит с ума твоя неизвестность. Вы мне мешаете своим разговором. Извините. Извините. Кстати, я тебя никогда об этом не просил. Ни разу. Ну, она что, красивая такая, что ли? Да в том-то и дело. Не то чтобы красавица, но солнышко прошло мимо, и ноги-то несут сами за ней. Извольте. Ваше слово, милейший. А, уже? Ты только скажи, да или нет, можно без деталей. Хорошо? А побыстрее можно? Фиксово, да или нет? Можно и побыстрее. Чего я тебя раньше не видел? Я редко выступаю в России. А у меня правило такое, если это судьба, мы должны встретиться в 3-й раз. Вот тогда точно познакомимся. Да как же, девушка, мы уже в 3-й раз с вами встречаемся. Вы просто его не помните. Ну как можно меня не помнить? Вы, наверное, считать не умеете, да? Случайная должна быть встреча, случайная. А вы меня нарочно караулите, потому что я здесь каждый день в это время хожу. Клянусь, случайно. Мы же вообще к другой девушке шли. Да? Ну и чудненько. Тогда идите, идите. Он шутит, я тоже случайно здесь прохожу в это же время. Он всегда ходит вон в ту булочную. Это поликлиника. А я как раз в это время хожу в поликлинику на это… На уколы. Ему колят огромным шприцем, прямо в сердце колят. Так вы что, больной? Не заразный. Его лечат от любви. Безуспешно. От любви к кому, интересно? Природе. Он, между прочим, ученый, эколог. Печатается за границей, кандидатскую пишет. Причем без ошибок. Да вы что? Правда. Он чистит моря от ядовитых отходов, спасает дельфинов. А вы кто? А это спасенный мною дельфин, совершенно ручной. Ем прямо из рук. Правда, не похож на людей? Угу, немножко. Ой, ну ладно, вы добились своего. Меня зовут Таня. Дмитрий. Мефодий. Друзья зовут меня Миф. А я заканчиваю Иньяс, и на этом хватит с вас. До следующего раза. До следующего. Всегда повторять за хозяином. Каждый день здесь, в это же время. Запомнил? Запомнил. Что? Что запомнил? Команду хозяина запомнил. Ути мой славный. Мой автобус. Ну ладно, Дим, вы тренируете его, он способен. Ну что? Что? Ну так да или нет? Что да или нет? Ну ты увидел, что она думает про меня? Нет, не вышло. Так, только не ври мне. Не ври. Как друга прошу. Ты не можешь мне врать. Так да или нет? Да, но не тебя. Я тебя просил не врать. Что ты хочешь? Вы всего 2 раза встречались. Ха. Ну уже дай не мне. Все еще изменится. Что ты взбесился? Так, подожди, а у тебя тоже? Да. У меня тоже. Слушай, ну какой же ты гад! Ну… Я убью тебя! Это я такое говорил. Потом целый месяц со мной не разговаривал. Ну какая ты скотина, ведь вот специально сейчас мне все это говоришь, чтобы выглядеть поприличнее, да? Подожди, это я 3 года по ней страдал. Не меньше. Да нет, это ерунда какая-то получается. Ну месяц, ну 2 месяца быть влюбленным. Вот интересно, кто на нее взглянул. Да ты не огорчись. Здесь у тебя все классно. Это там ты был неудачником, одиноким и нищим. Все, что у тебя было, это мы с Таней и работа по методу уничтожения диоксинов в бассейне Балтийского моря. А я продолжал работать. По ночам писал и закончил. Ну что ты опять мне сейчас гонишь? Я прекрасно все помню, я даже не начинал. А материалы эти я сжег. Это здесь, а там это у тебя было главным делом твоей жизни. Все, я пошел домой. Ми, подожди, постой. Долг я тебе отдам, деньги у меня есть. Да к черту их. Скажи, а это опять можно вернуть? А ты поверил? Нет. Считай, что изучаю твою болезнь. Я не знаю. возможно ли это вернуть? Но ведь кто-то должен знать. Кто-то наверняка должен. Крабовый суп, морское ассорти и водички минеральные. Пока все. А вашему гостю? Гостю? Серой и соляной кислоты. Шучу, шучу, конечно. Он сам закажет. Хорошо. Виктор Евгеньевич, нам здесь или снаружи? Снаружи. Когда он придет, будьте внимательны. Вы знаете, что это за человек. А может, его северное поле? У меня есть. Можно обычный. Но это в крайнем случае. Все ясно. А ты это прикололся насчет серебряной пули? Конечно. Старик любит, когда я шучу. А по-моему, он не понял. Это ты не понял. Мы с шефом всегда фишку рубим. А вдруг он и правда бессмертный? Ты перегрелся. Да нет, почему же? Я верю в бессмертие, загробную жизнь. Я читал… Ну, что ты читал-то после букваря? Ладно, начитанный. Скажи, если есть загробный мир, почему тогда оттуда никто не возвращался? Ну ты мозгами-то поработай. Если все будут знать, что там у них еще одна жизнь, все же расслабятся. Никто работать не будет, даже немцы. Бардак начнется. Но ты же работаешь. Ну так это я верю. А жена с тещей материалисты. Вот и приходится работать. А так, клянусь, давно забил бы на это дело. Не ожидал. Рад видеть вас здоровым и вполне вменяемым. Спасибо. Я знаю, вы не меня ждали. Не нас, в смысле. Здравствуйте. Приятного аппетита. Полковник Исповедев. Да уж какой теперь аппетит. Не собирался так скоро с вами знакомиться, Виктор Евгеньевич, но обстоятельства торопят. Я что, арестован? Нет, нет. Более того, я пришел лично принести вам извинения за своего подчиненного, который… Ну ничего, он парень хороший. И объяснить, так сказать, причину проявленного к вам интереса. Да денег у меня много. Вот и весь интерес. Добрый вечер, пожалуйста. Благодарю. Я лучше здесь. Прошу вас. Спасибо. Почти 10 лет назад Одинцовская ФСБ предприняла попытку ареста членов секты «Братья Нефилимы». Убийство, ограбление при помощи нестандартных методов. Гипноз, зомбирование. Причем их интересовала не столько добыча, а отработка самих методов. 3 преступников покончили с собой, 2 удалось скрыться при весьма загадочных обстоятельствах. Дом был окружен двойным кольцом, уйти практически невозможно. А они ушли. Личность одного была установлена. Это некто Артур Поляков, недоучившийся студент-заочник из Клайпеды. Тогда не нашли ни одной его фотографии. Он все изъял. И мы бы до сих пор не знали, кто ваш собеседник, если бы наш герой сегодня утром не столкнулся с ним нос к носу. Да тут, я смотрю, у него нос распух. Да. Артур Поляков опять испарился из блокированного здания. Только пальчики свои оставил на термосе. И мы его, наконец, идентифицировали. А кто этот второй? Неизвестно. От него ни отпечатков, ни фотографий. Пифон. Левиафан и Пифон. Сколько жизней на их счету? Известно 6, но, как мы убедились, они могут убивать, не оставляя следов. У меня от его взгляда чуть сосуды не лопнули в башке. Думаю, что он способен остановить сердце, прервать дыхание. Вы считаете меня соучастником? Нет, нет. Уверен, что вы скорее жертва преступников. Но ведь как-то они вынудили вас оказывать им содействие. В документах этих братьев обнаружено целое досье на вас. Подробно вся биография, увлечения, адреса. И такая пометка. Проект Санчита. Вевельсбург, 1944 год. Это трудно объяснить. Многие обстоятельства могут показаться вам не вполне реальными. Бог с ними. Я прагматик. И верю во все, что работает. Вы скажете, что существуют параллельные миры, что мысль материальна. А я представляю себе маленький консервный заводик, где эту мысль шинкуют, как колбасу, заворачивают в банки и отправляют на рынок. Я вас понял. И мы с молодым коллегой вас понимаем. Но поймет ли следствие вашу связь с сектой? Вот в чем вопрос. Я готов оказать вам полное содействие. Ну, надеюсь, это как минимум. Ах да, вы же максимум, наверное, хотите. Безусловно. Ради вашего же спокойствия. Сережа, выйди, проверь, как там снаружи. Все нормально, ребята. Все путем, капитан. Учись, как надо быстро и эффективно работать. О чем договорились? Ну что, поставленные цели достигнуты. Да, и вызови срочно оперов. Этот боевой маг может появиться с минуты на минуту. Может, он уже здесь. Разрешите, я сам приму участие. Упаси тебя, Бог. Ты же опять погром устроишь, а? Вот в дом попадешь, а мне счет представят. А посмотри, кабак-то не дешевый. Нет, брат, пусть этим делом займутся профессионалы. Они попарятся, а мы с тобой уходим тихо, как мыши. И потом… Ой, простите, ради Бога. Извините, пожалуйста. Простите, но меня кто-то подтолкнул. Ну что? Что же это, Александр Леонардович, что с вами? Кто это, а? За это можно и морду. Не понял? Милиция, сзади пьяные. Ах ты, Коленька, не надо. Что вы делаете? Отпустите его, это не он. Что же вы делаете? Это не он. Я поймал его с Коробеем. Это он, они. С Коробеем, я держу его. Через черный ход проведешь. Коробеев, ты где? Александр Леонардович! Отпустите его! Вы меня не за того приняли! Это уже конец. Это произошло случайно! Давай, лови! На их месте могли быть и мы с вами. И это точно. Поехали. Еще минуту, Виктор Евгеньевич. Тише, тише. Я пришел с миром. Мы договорились о встрече. Нам помешали. Я узнал о вас кое-что новое. Вы же видели, что я умею. Не рискуйте жизнью своих людей. Виктор Евгеньевич, только скажите ему, как тело разнесу. Уберите оружие. Уберите. Вот это правильно. Я давно понял, что вы разрываете наш контракт. Это так. Верните артефакт, и мы вас отпустим. А если нет? Мы возьмем его любой ценой. И мы не прощаем предательства. Лишняя тренировка навыков. Его сейчас надо убрать. Его нельзя отпускать. Мы его сделаем. Мы сейчас выйдем за ним. Не сейчас. И не так. Найдите водителя. Скоро поедем. Кофе пока? Нет, что-то сердце шалит. Врача? Нет, невроз. Сейчас прилягу. Чайку сделайте. Сейчас будет. Кто-нибудь из вас в интернете разбирается? Я в чатах постоянно. У меня даже ник есть. Дон Альварец быстрый. Да? Ну, давай, Дон Альварец быстрый. Нужно текст составить и письмо отправить. Не, в этом я пас. Я могу. Да? Французский текст собрать можешь? Хоть китайский. Ты знаешь французский? И китайский? Про китайский шучу, французский нормально знаю. Гуго Лебранту, великому командору главной коллегии ритуалов Восточного предела Ордена Креста и Розы. Повтори. À Hugo Lebrun, le grand commandeur de la collègue générale rituelle des terres occidentales du Croix et de la Rose. Мессир, наступил момент, который заставляет меня просить о немедленной встрече с вами. А что сидишь, чай неси? Так, мессир, il est venu le moment qui me fait vos prières de notre rencontre immédiate. Нифига себе. Возьму его. Свидетелей не будет. Лучше не трогай. Почему? Ничего хорошего из этого не получится. Так ты жалеешь? Не знаю. Тогда я не мог по-другому. Давай я тоже попробую. Убери руки. А чего терять-то? Я ж про себя загадаю, мне теперь терять нечего. Этот стеклянный уравнитель отнимает самый дорогой, так? А я даже не знаю, что в моей жизни было такого дорогого, о чем бы я потом сожалел. Я тоже так думал. Я попрошу вернуть его все обратно. Ну давай, вдруг. Зачем тебе? Макарон-то не рулетка. Ты мою жизнь изменил, а меня даже не спрашивал. Я не знал, я все это придумал в белой горячке. Все это бред. У нас с тобой одна жизнь, ее не обманешь. Это не моя жизнь. Я и без тебя знал. Я подозревал, а ты только подтвердил. Замолчи. Я отдам его хозяину, он скоро придет. О, легок на помине. Кстати, очень интересный человек, он знает про тебя. Про меня какого? Того или этого? Ты не сильно изменился. Поймешь! Я пил по-черному. Да, Мефодий, ты жил наполненную жизнь. Но уже поздно. Вы поймите, судьба решилась. А ты не влюбился, Дим? Ширинушьте там заморского гостя и заприте где-нибудь.